Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаский, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием «Хорошая пицца». Отличная пицца! Не забывайте, собственно говоря, ставить лайк, дорогие друзья, писать комментарии. Чем больше этого всего, тем быстрее выходит следующее видео. Ну а мы с вами продолжаем. Кстати говоря, скоро будет ивент в «Хорошей пицце», поэтому я надеюсь, что я сегодня подкоплю деньжат. Мало ли, когда он уже будет готов, поэтому желательно иметь, ну там хотя бы, ну под косарик было бы здорово. Вот под косарик баксов было бы реально прям замечательно. Эй, извините, но я не знаю, с кем я могу поговорить об этом. Спор зашел слишком далеко, я больше не вижу себя разговаривающим со своим братом. Извините. В этом нет вашей вины, это выглядит как будто он видит, что я говорю, но не слышит меня. Все, что его заботит, это что он прав, а я ошибаюсь. В любом случае, спасибо вам, что выслушали. Конечно. Я должен как-то им помочь сделать пиццу и томатную, и песто. Итак, посмотрим, как много... Погодите, это мой брат только что вышел отсюда. Он выглядит как будто он... плакал. Ну, типа. Погодите, ты не думаешь, что он расстроен всей этой песто-томатной темой? Ага. Приятели, я не имел понятия, что это так ранит его. Я полагаю, я слишком увлекся беспокойством о соусах. Я должен все исправить. Да, закажи соус и песто, и томатный. Вот будет это идеально. Рататуй. Так, баклажаны, сладкий перец, лук, базилик, сырная пицца, песто. Окей. Песто. Сыр. Баклажан, что-то там соус, базилик, да? Сладкий перец, лук, базилик, баклажан. Давай, сладкий перец, лук, базилик и баклажан. В принципе, норм. И мне нужно еще три вонючих пита сделать. Это лук плюс анчоусы. Так, и что он там, сладкий базилик, баклажан, да. Лук и анчоусы, три штуки, ну, в принципе, норм. Единственное, что это займет, конечно, время, потому что много пиц сразу же. Давайте перепроверим, да, три вонючих пита, поехали. Сразу же я их сделаю, ребят, потому что, ну, чтобы потом об этом лишний раз не думать. Да, точнее, я, наверное, их не сделаю пока, я пока положу только лук. А анчоусы положим уже в следующем заказе. Так, готово, раз... Теперь готовим два. В принципе, это очень неплохой заказ. 40 баксов, ребят, с него получить. Плюс еще чаевые. Ну, то есть около 50 баксов мы получим. Это очень даже not bad. Раз, два, три. Готово. Это отдаем. Здесь у нас тоже все готово. Найс. 50% уложились. Это самое главное. Все отлично. Продолжаем. Здесь у нас вегетарианская. Ага, окей. Это тоже займет время, ребят. Я бы мог использовать робота. Сегодня я однозначно хочу его хотя бы один раз использовать, потому что я реально забываю про него. Нужно сегодня это сделать. Но не на этом заказе, потому что вегетарианскую пиццу сделать довольно просто. Просто, ну, немножечко долго. Я хочу использовать это на заказе, который будет, ну, реально тяжело сделать. Вот я... Это мой план, по крайней мере. Так, это готово. Это пока сюда. Грибочки есть, оливки есть. Лучок есть. И перчик тоже есть. Это у нас, конечно, очень быстро все получается. Дальше занимает побольше времени, скажу честно. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Халапешки у нас идут сюда. Кстати, надо в сад сходить тоже. Взять то, что у нас с вами накопилось. Чесночок тоже идет сюда. Угу. Ну и весь нижний ряд у нас он полностью вегетарианский. Его тоже надо полностью положить. В общем-то, нормально. Так, блин, с одной стороны, хочется, конечно, купить автоукладку, но там вроде как ивент довольно прикольный, и я не хочу его пропускать, поэтому, скорее всего, все-таки я подкоплю на него. 1000, если будем иметь, я думаю, что мы сможем закупить большую часть всяких ништяков, которые там будут. Так, это мы сразу сюда отправляем, а это отправляем в подогрев. Раз, два... 3 и 4. Замечательно. Сейчас мы проверим. Ну, точнее, сейчас должна будет прямо приехать доставочка. Сразу же, вот прямо сейчас. Отдаем, соответственно, заказ. 3 пиццы, пожалуйста, держите. Без проблем, 50 долларов, ребят, как я и говорил. И смотрим. На 18 часов 2 маргариты, 1 со сладким перцем. Отличный заказ, очень простой, поэтому да, я его возьму. Так, это все собираем. Хорошо, сажаем баклажанов побольше, томатов побольше тоже, почему бы и нет. Так, все, чеснок у меня на максимуме. Чеснок пока что сажать не буду.
и побольше томатов и немножко базилика. Найс. Хорошо. Весело с этой пиццы пекущей печью. Дай мне пиццу с начинками до неба. Чувак, иди отсюда. Ничего тебе не дам. Воришкам не подаю. Сосиски. Окей, не вопрос. Одна сосисочная, две маргариты. Это получается сырная с базиликом. И еще там какая-то была. Со сладким перцем, по-моему. Да, со сладким перцем. Сразу сладкий перец делаю. Базилик тоже сразу делаю. И сосисочную мы ему тоже быстро сделаем, потому что она у нас на автоукладке. Так, это раз маргарита. Это два маргарита. Отлично. Все, доставка готова. Теперь надо еще сосисочную сделать, чтобы все было тоже четенько. Сырок. Окей. Базилик сюда. Сосиски сюда. Все, прекрасно. С этим мы тоже с вами разобрались. Сладкий перец в печку. Это в печку. И это в печку. Хорошо. Это у нас сюда. И смотрим. Две маргариты еще вдобавок надо будет сделать. Окей. Поехали. Сразу же сделаю вот так. Все, осталось только базилик положить. И у нас будет готова еще одна доставочка. Найс. Хорошо, ну вроде пока идем очень даже неплохо, ребят. Вроде пока идем очень даже неплохо. Что у нас здесь? Две маргариты, сладкий перец. Держи, $37, замечательно. И принимаем последний заказ. Так, я принял его. Угу. На две маргариты, хорошо. Половина сосисками оливками, половина сосисками пепперони. То есть полная фуловая сосисочная. На одной стороне эти... Так, давай вот так. Вот так. И вот так. Вот, это заказ. Но перед этим мы еще с вами сделаем маргариты, для того, чтобы тоже положить их в доставку. Ну и все, ребят, в принципе, день закончен. Мы с вами все довольно эффективно сделали. Даже, в общем-то, не пришлось использовать робота пока что, по крайней мере. Пока все довольно-таки просто. Если будет заказ на 3 пиццы, ребят, любой. Или заказ, ну, любой, не считая те, которые есть с автоукладки. Либо заказ на 2 пиццы, но сложный. Либо один на 1 пиццу, но тоже сложный. То я использую робота. У меня примерно такой план. Держи. Нейс. Я жажду бекона, все это на соусе песто, большие куски на 4. Так, бекон на песто, окей, не вопрос. Пока все вроде бы норм. Опять же, заказы довольно несложные, при этом довольно-таки хорошие. То есть, ну, бывают заказы, когда без соуса, без сыра там или вот, ну, что-то подобное. Такой я не очень люблю. А вот такие заказики, которые вроде бы и простенькие, но при этом нормально стоят, это мне нравится. Найс. Nice. Надо, кстати, поменять коробочку, а то я все с этой коробкой детской хожу. Надо бы что-нибудь более красивое поставить, пожалуй. Маргарита, прошу. Угу. Уже 329, замечательно. Мы с вами просто шикуем, ребят. Здесь у нас грибукуловое темное тесто, сыр на грибной половине, соус на луковой. Песто. Блин. Вот такое я не люблю, ребят. Сыр на грибной, соус на луковой. То есть вот так. Сыр на грибной, соус на луковый. Вот такая получается пицца. Она, к сожалению, абсолютно бесполезная. Стоит $7, но ичевых мы получим там не больше $2. Вот такие заказы, да, это отстой. Это реально отстой. К сожалению, они просто бесполезные по сути. Ну вот, даже $1. Мы ничего с этого не получили. Ну да ладно, ничего страшного. Зато в целом день был хороший. Заработали довольно много. Сколько у нас доход? 129, найс. Так, что у нас с вами есть по коробкам? Я хочу какую-нибудь коробочку красивую. Сюда. Окошко диалога нет. Пиццабокс, вот. Давай, наверное, я не буду пока что тратиться на что-то новое. Я просто возьму какую-нибудь симпатичную коробочку. Например, вот эту вот осенняя коробка мне довольно-таки сильно нравится. Поехали. Сегодня тоже ничего нового не произошло. О, здорово. Эй, я извиняюсь за все в эти последние несколько дней, но могли бы вы испечь нам пиццу? Половина с песто с мясом, половина томатный соус со всем остальным. А я не могу, да? Угу. К сожалению, я не могу заставить робота это сделать, ребят. К моему большому сожалению. Так, половина мяса песто, не мясо, томат.
Значит, у нас на песто идет все мясо. Угу, 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 угу. Примерно так это все будет выглядеть. Хорошо. Сюда, сюда. В принципе, это очень даже неплохой заказ. Довольно быстрый. При этом, конечно же, да, я согласен, что это, можно считать, что это только половина от каждой начинки по цене. Но все равно это довольно неплохо, это экономит время и не надо особо здесь задумываться даже. Просто все мясное кладешь с одной стороны, все не мясное с другой стороны. Это довольно-таки норм. Чесночок сюда. Хорошо. Ну и все оставшееся тоже кладем на эту сторону. Наконец-то решилась проблема этих двух братьев, а то они что-то реально запарились насчет соуса для пиццы, хотя это, по сути, ну, не особо значимая проблема. Что мне более нравится, это то, что никто не парится насчет теста, ребят. Помните, у нас же еще есть цельнозерновое тесто, его вообще никто не берет, просто оно лежит и лежит себе, вообще абсолютно бесполезное. Держите. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ну что, замечательно. А, кстати, а что там у нас по доставке-то? Зеленая мечта 2 и оливковая 1. Окей. Лук, грибы, ничего больше, ничего меньше. Такое себе, такое себе. Так, хорошо. Ну, мы это время используем как раз-таки для того, чтобы сделать зеленые мечты и еще оливковую. 2 зеленые мечты, 1 оливковая. Думаю, оливковую мы можем сразу запустить, в принципе, почему бы и нет. Сейчас, раз. Оливковая пошла, зеленая мечта тоже пошла. Готово, раз. Готово. ДВАС. Нормально. Так, поехали, это есть. Так, а у нас на когда доставка? 15:45. Слушай, я вот не знаю, успеем мы или нет. Наверное, успеем. Полчаса у нас еще есть. Держи, уходи быстрее, мне, ну, у меня еще 15 минут есть. Точнее, 15 секунд по настоящему времени. Пиццу наполовину пепперони, наполовину... Так, ладно, разберемся сейчас. Это сюда. Это сюда. Кстати, странно, на самом деле. Как-то у меня вообще времени еле-еле хватило на то, чтобы исполнить этот заказ. Ну да ладно. Пиццу наполовину пепперони и половину с сыром. Странно как-то. Ну окей, наполовину пепперони, наполовину сыр. Пожалуйста. Кстати, интересно, возможно, что сыр она имела в виду пол... Блин, наверное, да. Скорее всего, это она и имела в виду, чтобы сыр был везде. Ну ладно, пофиг. Да, да. Она очень недовольна, потому что как раз-таки она хотела, чтобы сыр был везде. Просто на одной половине был пепперони. Но это надо пояснять, а раз не пояснила, сама виновата. Отлично. Грибная, одна штука, изи заказ, без проблем. Так. Попробовать что-то новое. Одну пиццу с песто, анчоусами и ананасом. Песто, анчоусы, ананас. И одна грибная, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Так, анчоусы. Поехали. Грибную прямо сейчас, собственно, положу, отдам. Так, анчоусы, поехали. И ананас, да? Да. Так. Немножко торможу, ребят, потому что не хочу нигде накосячить. Помню предыдущую серию, где у нас не всегда было все хорошо. Но сейчас вроде бы все нормалек. Раз, два, три, готово. Так, ну что, мы приближаемся к 400 долларам. Спокойненько, вообще без напряга. Вегетарианская пицца. Блин, слушай, неохота, честно скажу, неохота. Пожалуйста. Вот это я понимаю. Вот это робот так робот, ребят. Так, значит, свиная пицца, соус, сыр или рыба не нужны. Нифига себе, то есть ты просто хочешь свиные начинки. Это, по сути, 4 мяса. Но без соуса и сыра. Нифига себе, реально заказ. Ну окей. Я как бы... Мое дело приготовить то, что мне говорят. Я, конечно, не особо думаю о вкусе. Свиная пицца, не утруждать себе соусом или сыром для рыбы. Ой, ладно, без проблем. Да, с вегетарианской пиццей у нас, конечно, отлично получилось, ребят. Вот я серьезно говорю, использовать робота периодически однозначно надо. Просто однозначно. Это очень сильно помогает. Здесь готово. При этом доставочка у нас тоже готова.
Ну, просто дополнительно 17 баксов, почему бы и нет. Одна ананасовая, другая вегетарианская. Блин, вот с одной стороны неохота делать вегетарианскую, но с другой 42 доллара это того стоит. Это того стоит. Поехали. Пиццу наполовину с беконом и сосисками. Ой. Нет, мне лень, ребят, честно скажу. Мне просто лень этим заниматься. Когда есть робот, зачем лишний раз об этом думать? Креветки в томатном соусе. Ага, креветки с песто. Хорошо, креветки с песто. Одна ананасовая, одна вегетарианская. Так, значит, сюда креветки, сюда ананасы, сюда веджи. Окей, давай сразу же сделаем все. Потому что в любом случае мне вегетарианскую и ананасовую нужно сделать сейчас. Потому что потом уже я не смогу ее отдать. Так, ананас идет сюда. Слушай, на самом деле я могу ананас по сути... Я правильно же кладу, да? Да. Я могу по сути положить его и сюда тоже. Потому что в любом случае нам для вегетарианской пиццы ананас нужен. Но при этом... Так, ананас его тогда отправляют сюда. При этом мы сюда еще и кладем дофигища всего остального. Конечно, я жду, когда у нас лучок будет, ребята, на автоукладке. Конечно же, жду. Это было бы очень хорошо. Баклажаны тоже пошли. Но когда будет лучок, это будет значить, что все для макси-пиццы у нас уже есть. Ну, то есть, макси-пиццу мы будем делать вообще просто в мгновение ока. Это тоже очень большой плюс. Чесночок тоже идет в веджи-пиццу. Найс. И четыре последние начинки. Это у нас тоже вегетарианская. Много, кстати, заказов было вегетарианских за это время. Ну, нормально. Мы справились, я считаю. Готово. Кукурузка. И последний, так сказать, элемент. Это помидор, который мы тоже с вами сейчас прямо-таки и положим. Что там, день, по-моему, уже кончается? Да, уже почти кончился. Ничего страшного. Главное, что мы с вами все сделали. Раз. Конечно, у него настроение, ребят, полный отстой. Ну, потому что вегетарианская пицца, она реально долго делается. Здесь я ничего поделать не могу. Если нам сейчас предложат, кстати говоря, починить замки, нам нужно это сделать, потому что я боюсь, что вор этот мог разозлиться и подпортить нам немножко настроение. Поэтому, по возможности, надо будет замки починить, если понадобится. Так, готово. Пожалуйста, 52 доллара, 500 баксов есть, ребят. Да, за эти два дня мы заработали очень хорошую сумму. Ну, я максимально доволен. Мы молодцы. Мы реально молодцы. 173 доллара за день, это очень даже not bad. Нет, кстати говоря, замки не нужны. Вот подогреватель починить надо. Ну, в общем-то, без проблем. Друзья, на сегодня, пожалуй, что все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии. Опять же, пока что автоукладку покупать не буду. Жду следующий ивент. Ну, а на сегодня все. До скорой встречи и лайк, подписка. Пока.